Я ненавижу весь мир. Полюбить никак не получается. Ну, продолжайте ненавидеть. И это тоже пройдет. Когда вы пытаетесь себя заставить любить, что-то делать, что-то заставить, это не может произойти раньше, чем должно произойти. Вы не сможете бросить курить раньше времени, вы не сможете родить ребенка раньше времени. Вы даже не можете сделать так, чтобы волос на голове вашей сам упал или вырос. Все это происходит без вашего участия. Ненавижу весь мир, полюбить не получается. У вас сегодня такая роль, продолжайте ненавидеть. Но ненавидите не вы, ненавидит ваше эго. Ваш ограниченный ум ненавидит. А ваша душа, точнее ваше сознание, оно любит, потому что и природа вашего сознания – это любовь и блаженство. Поэтому я вижу пока, пока я вижу реплику от эго. Переходим дальше, к следующим вопросам.